Здравствуйте! Перед нами система уравнений y равен 4x минус 17,5 и y плюс 2x равен 6,5. Нам нужно найти x и y. Другими словами, нам нужно найти такие значения x и y, которые бы удовлетворяли обоим уравнениям. Проще всего это сделать, если выразить одну переменную через другую, например, y через x. В первом уравнении y уже выражен через x. Давайте перепишем первое выражение. Y равен 4x минус 17,5. Согласно этому уравнению, y должен быть равен 4x минус 17,5. А во втором уравнении говорится, что не важно, каким будет значение y, но если к нему прибавить 2x, то это должно быть равно 6,5. Таким образом, вот этот y должен удовлетворять этому уравнению и вот этому. То есть y должен быть равен 4x минус 17,5. И чтобы решить эту систему уравнений, мы можем вот это выражение подставить вместо y во второе уравнение. Сейчас я вам еще раз все объясню. Второе уравнение у нас y плюс 2x равно 6,5. Мы знаем, что y должен быть равен вот этому выражению. Он должен быть равен 4x минус 17,5. Давайте возьмем вот это выражение в правой части первого уравнения и подставим его вместо y во второе уравнение. Сейчас мы вместо y вот здесь запишем 4x минус 17,5, так как согласно первому уравнению именно этому выражению и равен y. И в итоге мы получим 4x минус 17,5 плюс 2x равно 6,5. Теперь перед нами уравнение с одной переменной. Вычислим, чему равен x. Сначала определимся со слагаемыми с x. У нас здесь 4x и здесь 2x. Мы можем сложить эти значения. 4x плюс 2x равно 6x. И тогда 6x минус 17,5 равно 6,5. Теперь нам нужно избавиться от 17,5 вот здесь. Мы прибавим 17,5 к обеим частям уравнения. Плюс 17,5 здесь и плюс 17,5 здесь. И в результате в левой части у нас остается только 6х, вот это сокращается, а в правой части нам нужно сложить 6,5 и 17,5. Итак, 6 плюс 17 это 23, а 0,5 плюс 0,5 это единица, значит это будет равно 24. Разделим обе части уравнения на 6, и в итоге у нас остается х равен 24 разделить на 6 это 4. Итак, мы вычислили значение х, которое удовлетворяет обоим уравнениям. Теперь нам нужно выяснить, чему равен y. Для этого мы возьмем получившееся значение х и подставим его в любое из двух уравнений. Неважно в какое, в результате получится то же самое значение y. Давайте возьмем верхнее выражение. Если мы вместо х подставим 4, то верхнее уравнение будет выглядеть так. Y равен 4 умножить на 4 минус 17,5. И это будет равно 16 минус 17,5, а это минус 1,5. Значит, итак, y равен минус 1,5. Таким образом, решение данной системы будет следующим. X равен 4, а y равен минус 1,5. Это можно проверить. Эти значения х и y удовлетворяют первому уравнению. 4 умножить на 4 минус 17,5 равно минус 1,5. И также эти значения удовлетворяют второму уравнению. Давайте посмотрим, так ли это. Если мы подставим вместо х и y, соответственно, 4 и минус 1,5, то у нас получится минус 1,5 плюс 2 умножить на 4. Это будет минус 1,5 плюс 8, и это равно 6,5. Следовательно, эти значения х и y на самом деле удовлетворяют обоим уравнениям. На этом все. До скорой встречи!